Поиграйте, поиграйте, ай, мои хорошие деточки. Деточкам скоро день рожденится. Целых 3 огромных месяца. Совсем большие деточки. Да, совсем, скажи, большущие ребятки. Ой, скажи, взрослые совсем-совсем. Ой, скажи, как весело нам-нам-нам. Детки, завтра именинники, да? Такие большие-большие ребяточки. Именинные пирожочки. Лялечка, Лялечка и Митя. А мы, скажи, спать ложимся. 10 вечера, скажи, пора спать ложиться, да? Завтра, скажи, у кого-то днюшечка, будем праздновать. День, скажи, косточки у кого-то будет. Будем, скажи, праздновать. Играет, а кто-то, скажи, сладко спит. Масик, 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 скажи, кушает. Да, Масик скушает. Мисти и Лялечка спят. Да. А остальные ребятки играют. Ай-яй-яй. А министрик ругается, а министрик злой.
Масик, Масик, кушай маленький. Козы бегают, бегают, покушать не дают спокойно. Беда. Скажи, что это за такие братишки, скажи, и сестренки, которые, козы, кушать не дают совершенно спокойно нам никак. И, козы, хочется покушать маленьким собачкам. А кто-то, скажи мне, бегает тут по мне. Пойду, скажи, посплю, да. Пойду, скажи, с девчонками посплю. Да, скажи, потому что кушать не дают спокойно мальчику. Мальчику, скажи, не дают кушать. Ай-яй-яй, да. Да, скажи, мальчику кусать не дают, а кто хулиган? А-ля-ля, а-ля-ля.